Сегодня в рамках единого информдня встречи прошли в разных районах республики. Основные темы, волнующие граждан, это индексация пенсий, благоустройство дорог, предстоящие сельхозработы. Говорили также и о предстоящих праздниках, едином дне здоровья и спорта. Недавно назначенный министр транспорта Владимир Филиппов провел свою первую рабочую встречу с жителями Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района. Вероника Ергунина живет в деревне Курак-Чурачики. У нее трое детей, двое – школьники. Вероника рассказывает, что в школе нет спортзала. Дети занимаются физкультурой на улице. Дети грязные приходят на урок физкультуры. Нет помещения, они все время занимаются на улице, в грязи, в дождливую погоду. Приходят домой грязные и болеют часто. И в связи с этим нам хочется, чтобы в школе появился спортзал. Вопросы развития поселения и строительства дорог – вот немногий список вопросов, который обсуждался на встрече с Владимиром Филипповым. Естественно, не остались без внимания проблемы транспортного обеспечения. В деревне стало жить хорошо. Значит, сейчас нам пустили сюда вот газель. Но нет, для этого условия-то сделали, но нет, значит, специальной остановки, которая, значит, здесь находится. Люди стоят под дождем. Эти вопросы мы взяли сейчас на контроль, посмотрим, дополнительно ответим, потому что я не могу сегодня ответить по строительству спортзала для школы. Ну а насчет остановки здесь будем рассматривать с Чувашавтодором, потому что участок дороги здесь обслуживает Чувашавтодор. Владимир Филиппов также рассказал, что сейчас стоит задача завершить второй этап развития дорожной сети. Он заключается в том, чтобы провести дороги по населенным пунктам. А в Ядринском районном доме культуры собрались те, кого волновало пенсионное обеспечение. С 1 апреля 2014 года увеличены все виды пенсий, а также ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам и стоимость соцпакета. Руководитель контрольно-счетной палаты Чувашии Татьяна Минина призвала жителей Ядрина активнее участвовать в экологических субботниках и Дне дерева. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Евгений Анисимов, Республика.